Мой дружок-пирожок, если тебе нужны бабки, опыт, или все сразу, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Прокачка доступна на все платформы, как на ПК, так и на все консоли. Переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Всем привет, мои дружочки-пирожочки. Новая бонусная неделя в GTA Online, которая особо не отличается от предыдущей. Недельки нацелены на то, чтобы вы больше потратили, а не заработали. Достойного заработка нет, зато есть тематические скидки на определенный транспорт, и бонусы, связанные с этим транспортом. Например, чтобы получить эту футболочку, нужно купить одну из трех бричек, новый джестер, РТ-3000, или же Динку с Игой. Есть также другой, куда более интересный костюм, в котором, кстати, сидел Павлик, но о нем чуть позже. А сейчас к скидкам. Скидка 40% сейчас действует на ETR1. Купить эту бричку можно у Симона в автосалончике. 30% скидка на 300 ар. Купить можно на красном сайте, а раньше даже эту бричку убирали с сайтов по продажам, чтобы создать некий эксклюзив, но этого не удалось. Бричка посредственная. Элигиретра также со скидкой 30%. Чтобы такую получить, нужно купить бесплатную легию на сайте у Бенни, после привести ее к Бенни и сделать тюнинг ретро-версии как раз со скидкой. За R350, еще один симпатичный спорткар, который не особо едет, зато его можно затюнинговать под дрифт. Покупаем на красном сайте. Еще 30% скидка на Джустер Арар. Его вы всегда можете найти на красном сайте. РТ-3000 можно купить со скидкой 30% на желтом сайте. Динка с Игой также продается на желтом сайте, и также со скидкой 30%. Пенумбра из Форсажа тоже ждет вас на желтом сайте, чтобы вы ее купили со скидкой 30%. Блейзер Аква всегда продавался на Варстоке. Ничего не поменялось. Можно взять там со скидкой 30%. Аутло сейчас можно купить со скидкой 30%. Продается полубричка на желтом сайте. Ну а трицикл Страйдер можно купить на красном сайте. Странно, что его не снесли с продаж. Но самая годная скидка на этой неделе — это скидка 40% на автомастерские. Самую дешевую можно взять за лям. Такая же скидка и на все модификации этой автомастерской. Прикупить настоятельно рекомендую. К тому же, купив автомастерскую, можно получить в два раза больше денег и опыта за брички клиентов, которые Сосанто время от времени подгоняет нам в этой автомастерской. Еженедельное задание также связано с этими автомобилями клиентов. Привезите такие три на этой неделе и получите 100 тысяч баксов, 10 тысяч опыта. И вот такой вот комбез. Для коллекции довольно таки неплохо. Также, имея автомастерскую, на этой неделе можно пригонять в терминал редкий транспорт. Платит также в два раза больше. Другие бонусы связаны с гонками автоклуба. Это и драг рейсинг, и дрифт гонки, а также ночные гонки с полицией, и просто уличные гонки. Все это принесет в два раза больше денег и опыта. На десерт же в два раза больше денег и опыта платит за противоборство, нападение и защита, годное противоборство, где одни катают на старых медленных бричках, а другие пытаются эти брички снести. Работаем в команде, один на старой бричке, другой на охране. В утиль-цеху у нас три новые жертвы угона, и Блисток и Джо можно будет оставить у себя. Угоняем эту бричку из Казика. Атмосферный угон можно будет запустить. Также Джестер Арар, его угоняем с сухогруза. Такое себе, ну а самый доходный — Гроулер. Мы угоняем у Даганов, что тоже довольно так и неплохо. Арсенал оружейного фургона на этой неделе максимально жидкий, за скидку в 30% на тяжелый револьвер спасибо. В общем, если что-то из этого фургона нужно, залетайте в мою телегу. Там найдете расположение этого фургона на каждый день. В Лухури витрине неплохие брички, но все те же. Это Терминус, один из лучших внедорожников. А также Карин Виванайт, мечта любого семьянина. Но в GTA Online нет детей, хотя сынок Майкла та еще шкила. У Симона странный суповой набор, но есть кое-что годное. Это ETR1.
Годная совестра. Забирайте пока можно. Карин 190Z. Эту также обязательно в гараж. Хакачау. Также рекомендую прикупить. И вирус. Все это нельзя уже купить на сайтах. Так что думаем и покупаем у Симона. В автоклубе у нас годная калика GTF. Чтобы забрать этого монстра стату Тайсона на корпусе, нужно 3 дня подряд занимать первое место в гонках автоклуба. То есть если это будет не договорняк, то придется запотеть. Покататься по тестовой трассе и тут же прикупить можно вот эти брички. И хоть это все продается на сайтах, раскраски тут эксклюзивные, поэтому забираем в коллекцию. Ну и остается у нас халявный транспорт из Казика. Карин Превион. Крутануть я рулетку забыл. Просто спешил побыстрее выйти из GTA Online и забыть про нее еще на одну неделю. Анонс будущего обновления уже есть. Будет он связан с различными фиксами экономики и полицейским обновлением, которые Rockstar так и не добавили за наркомана-насильника, который отъехал от того, что его голова оказалась в горизонтальном положении. Ладно, поживем увидим. Ждем обновления. Кто, кстати, хотел перед обновой прокачать аккаунт, лучше это сделать сейчас, пока нет очередей. Будьте здоровы, всем ББ, всем ГГ.